Подсчет окончен. Из фондов Львовской галереи искусств пропал 621 музейный экспонат. Это картины, скульптуры, старинные книги, ценные монеты и даже мебель. Полный список украденного обнародовал директор галереи Тарас Возняк после инвентаризации. Больше всего экспонатов вынесли из фонда Валеского замка. Похищенные произведения искусства разных периодов. Есть даже раритеты 16 века. О расхищенных фондах Львовской галереи стало известно еще в январе. Тогда музейщики не досчитались 220 старинных книг, в том числе экземпляра апостола Ивана Федорова, датированного 1574 годом. Полиция начала следствие, и ведется оно до сих пор.